Ну, то есть вот как первый раз, я говорю, где-то делаем зазор пол сантиметра дальше на второй раз. То есть мы уже закручиваем полностью до упора, оба гайки до упора, и откручиваем где-то на четверть, даже не на четверть, чуть побольше, на полоборота. Мы откручиваем, и вот, и в таком положении, вот, раз, если здесь может видно, вот риска, вот одна риска стоит, вот мы ее поворачиваем на полоборота. Здесь также, вот, тоже на полоборотика поворачиваем. Все, и вот у нас уже в этом положении готовим. Тесто уже, ну, окончательно растапливает. Так, еще такой момент. Каждый раз, то есть мы все равно макаем в муку. Вот, в муку обмакнули. И высовываем. То есть, как оно вот выходит, не нужно там его подцеплять. Пускай вот она, половина вот так вот дошло. Все, взяли нормально в ладонь, в руку. И вытащили. Так, еще раз. Раз. Вытащили. То есть, раз, если мала лепешка, ну, чуть-чуть можно опять подкрутить гайки. Ну, буквально немножко, на 2, где-то на 1,5 сантиметра, наверное, в обратную сторону его. Все. И вот, потому что лепешки все равно как бы одинакового размера не получаются у нас. Вот, какая-то больше, какая-то меньше. И все. То есть, раз. Вот здесь она не прилипает, бывает прилипает к валу. Вот. То есть раскатали, вот у нас 35 сантиметров, грубо говоря. Если длиннее получается, то ложим немножко по диагонали. Вот. Если покороче, то есть также засовываем. Раз, туда ее прям погнали. Оп. Раз. Все, она захватила. Вот, раз, до половины дошло. Схватили рукой. Аккуратно ручку сначала, аккуратно. И потом побыстрее. Раз. И все. То есть лепешка готова. Сейчас еще раз покажу. Первый раз у нас длинная. То есть раскатали, как так вот длинная у нас, вытащил я. Вот. Не так ложим. Вот. Потому что у вас будет еще длиннее. А ложим вот крестообразно. Получается. Вот и все. И не каждый раз, да, то есть не каждую лепешку мы начинаем. Потому что вот на это все тратится время. И очень много времени. Вот. То есть раскатали 17 штук. 17 штук раскатали, убавили с полусантиметра до упора, закрутили, гайки открутили на полоборота. И все. И начинаем эти лепешки катать. То есть в течение часа они лежат. Если когда-то слипаются, грубо говоря, там остается через полчаса. Можно немножко переложить в муке их, обвалять. То есть, ну, полежали, допустим, сейчас не буду. Вот. Просто в муке, если долго лежат, они вот. Раз. Два. Лежали, лежали, лежали. Тут это как вот ушло у нас там штук. Ну, 10. Штук 10 ушло, допустим. Вот. Остается немножко штук 10. Потом раз, смотрим, они слипаются. Начинают слипаться. Раз, переложили, то есть с места на место. Сюда переложили. Потом следующую опять так. И опять стопочку переложили. То есть они лежат дальше. Вот. Остается несколько штук. Штуки 4. 5 остается. Все, опять штук 17. Сделали таких лепешек. То есть еще на 1000 рублей. И вот так вот, если не кончается. Ну, это, конечно, промежутка, когда вот нет людей, нет народа. То есть делаем такие.